Итак, как говорил в предыдущем видео, произошло следующее. Продавец не прислал вовремя мне заказ, да, заказанный из России. Я выиграл у него спор, и, следовательно, я готов разыграть две упаковки наушников. А первое – это третье поколение. Давайте их местами поменяем. Ну, такая вот гарнитура. То, что оно гремит, меня, кстати, спрашивали в предыдущем видео. Ну, здесь, видите, здесь пластмасса, здесь металл. Ну, естественно, она гремит. Это наушники можно пользоваться по Bluetooth, можно соединять кабелем, а также есть микрофон, да, можно использовать как динамик. Это второе поколение тех же самых наушников. Все то же самое, только нет динамика, ну и немножко другой принцип складывания, раскладывания и одевания на голову. А конкурс, я думал, как должен выглядеть. Я понял, что он должен быть простым. И я заметил, ну, такую несправедливость. У меня на канале 3 с лишним тысячи подписчиков, а в группе их всего 300 с небольшим. Это неправильно, я считаю, да, поэтому конкурс следующий. Первое. Вы должны вступить в группу и находиться в ней. Раз. Ваш аккаунт должен быть, ну, настоящий, не фейковый, а на самом деле настоящий хороший аккаунт. Два. И есть два варианта. Первый вариант. Вы предлагаете новость. Ну, в точности вместо новости вы предлагаете свой отзыв о каком-либо товаре, купленном на AliExpress. По принципу. Фотография, желательно несколько. Ваш отзыв о этом товаре. Позитивный, негативный, нейтральный. И ссылка. Ну, желательно, чтобы это, ну, не воровать там где-то эти отзывы, да, а сделать настоящий. В принципе, это несложно проверить. Все, да, после этого, после того, как разместился ваш отзыв, вы участвуете. У всех равный шанс. С 1 числа по последний день конкурса, да, он будет где-то ближе к концу, ближе к 30 декабря, я просто не смотрел еще календарь, не знаю, где там рабочие дни, нерабочие дни. Ближе к окончанию этого года конкурс закончится, и один из отзывов победит. Он получит вот такие вот наушники. Белые, либо черные. Ну, не знаю, да, там, что будет в остатках на тот момент. Второй победитель будет выбран среди тех, кто сделал репост победившего отзыва. То есть, да, один из отзывов о товаре будет победителем. И среди тех, кто его сделал репост, да, будет опять же победитель. Чисто технически один человек может разместить отзыв, сделать репост своего отзыва и выиграть вот два комплекта наушников. Ну, шансы, конечно, меньше существенно, да, но они все равно сохранятся. Итак, описание еще раз, да, условия конкурса будет написано, все это дело несложно, призы, я считаю, ну, достаточно ценные, да, то есть их стоимость можете посмотреть, ссылки в описании есть, а, ну, достаточно дорогие, хорошие наушники. Итак, да, достаточно ценные подарки, легкие условия конкурса. Всем желаю удачи. Ну, обязательно поучаствуйте, это несложно. Вы, ну, как бы, вот, меня, к сожалению, очень сильно расстраивает то, что прям вот малое количество людей участвует в конкурсах. Да, вот как-то надо это переломить. Вот, давайте это переломим, выиграем эти призы, и будут другие конкурсы. Обязательно за этим следите. За этим все. Всем удачи. Ну, ждем следующее видео.